уже и тюльпанчик стал сдаваться. Что ты там грызешь? Мирка, опять камни ешь? Марсик! Ну что, землянин, ну еще. Может быть, он месяц постоит, букет? Здравствуйте, землянин. Я Александр Дов. Да, этот букет простоял уже больше месяца. Так, нате, нечего голыши есть. Выплюнь, выплюнь, вон голыш. Вот она, Мирка, камни ест. Вот от Йозефа, от Ольги. Неудобно, я кручу крышку, она вся крутится. О, как раз вам. Только надо так, чтобы... Держи. Надо заполнять. Ну, там есть в хранилище у нас в основном. Ну что? Вон еще лепесток. Мирка, отойди. Да отойдите вы. Да дайте же мне пройти к лепестку. Вот бестолковая. Уйдите. Мирка. Нету больше, все. Вот лепесточек. Ну что, сдается потихонечку. Ну, опять же, если он больше месяца простоял, то он достойно сдается. Он еще держится, видите. А вон там, вон, видите, синие лепесточки. Ну, скоро уже тюльпанчики наши расцветут. Скоро, скоро. Вот уже. Гляньте. Уже какие большие. Осталось немножко. Пару деньков солнечных. И они проклюнутся. Нарциссы, конечно, радуют пока, но холодно было эти дни. Да, тюльпаны, вон, видите. Листья большие, а бутонов нет. Сегодня первый день тепло. Ну что, полюбуюсь нарциссиками и надо ехать на работу. Пока хвалиться нечем, пока вот только нарциссики. Вербочка уже почти отцвела. Все, такой маленький репортаж. Идите в сад. Ну что, вот он, сад. Вот они, бульдожки.
Вот туйку пересадили. А вот это аллея дружбы. А может как-то по-другому, я уже забыл. Тут у меня все спуталось. Напомните, как она называется, эта аллея?